Весна настигла Испанию и Францию в разгар зимы. В этих странах установилась непривычно высокая для января температура. Благодаря солнцу и безоблачному небу в некоторых испанских регионах воздух прогрелся почти до 29 градусов, во Франции – до 22. И хотя обычно потепление считается хорошей новостью, далеко не все местные жители обрадовались возможности снять куртки. Entonces un poquito de frío, por favor. Disfrutando del sol, que se agradece un montón y más ahora, ¿no? Que parece ya casi primavera. Впрочем, для Испании аномальной можно назвать всю эту зиму. 13 декабря в Малаге был зарегистрирован новый рекорд жары за первый зимний месяц. В пике температура достигла почти 30 градусов Цельсия, сообщило испанское метеорологическое агентство. Обычно в этой стране с декабря по февраль воздух прогревается максимум до 18 градусов, во Франции – до плюс 15.